пора, если не сова, на кадат. Где-то в площади. Две лычки там. Вот у нас военный аванпост. И фрегаты мы проапгрейдили. 400 того. Ну и все-таки пора эсминца, а база мне известна еще. Три тура, когда магнетрон будет апгрейд. Это бы не точно, ну, даже может и база сама будет один эсминец точно просунет. Битва в секторе Катат. Лошадь Дарлаков. Оптимат-лайн. Но если мы выиграем, то наш апгрейд, по сути. Даст. Позитив. Ну, мы с фланга обойдем. Но обычно база, если там взлетает, что-то корабли ну, подрываются. Интересно, разобьют бас, и разобьют, то... Всё. Ну, это серьезный бой. О, база что-то подгорает. Ну все, еще шанс, что может база. Ну эти продоначены. Ну, база подграла, он там на четверть сел. Ну точно, если еще залп, там уже пол базы поставил. В общем, нас оправдались. Пара фрегатов. Под поддержкой базы расправилась. Не знаю. Даже вернее. Фрегат 9. Сколько фрегатов? Два фрегата. Вот тут фрегат 8. У нас сейчас нечем играть, нечем. 8, а тут какой? Семь. А, это седьмые, да, это не восьмой, а седьмой. 9. Нам на кого-то тут свежий пошлем там. Эти два сюда улетят, а потом там. Но сейчас на грейд тут фрегатывать. Потому что нет опасности, что его грейдить. Уже движка появится, и потом все деньги будут. Ну тут три желательно собирать. То есть не грейджен, ну, с двумя грейдженами будет. То, что мы выслали. Ну тогда не надо этому рисковать. Если тут кто-то появится, мы сюда на базу перекинем. Тут если двигатель этот поставить, он скорее всего за один ход. А такого столько в инсайде можно внутри империи. Кстати, сколько тут? Ну, трое, да. Седьмые фрегаты. Ну, это стандартный, видимо.
Ну, появится база, будет висеть. Говорят, короче, нам со столицы сюда надо прислать. И сюда. А здесь уже нету. У нас, правда, сверху грейджен, но сверху не пролетел с них. Скорее всего, там просто надо туда лучше пробродить. Ну точно надо еще сюда приехать. Сколько? 200, это сумасшествие. Это никакие 200. Ну здесь, допустим, пара фрегатов зачем? Что если мы направо, допустим, надо будет подкинуть сюда куда-то. Тут двух еще, ну два еще нормально. Там три фрегата. Плюс дестройер. И там до пяти будет. Что-то у нас вообще. У нас был рати закончились. Ну можно еще попытаться из Булрати потрогать. Совсем что-то будет. Ну все, он не хворайте. Он говорит, что тут захватили. Ну в Персии это было, да. Что-то еще фрегата или флота какого-то. Ладно, один фрегат мы пошлем. Сюда вас. Ну, нету тут. Уже здесь один фрегат висит. Эсквайр. Это так сильно мало. Ну просто что он просто подгорает. Девятый. Один здесь. Ну раз Миклары прорвались, это не будет пока тут лететь. Ну потому что там только сверху был ради. Ну что так будем содержать кого-то. Сейчас тут три фрегата будет, да. А этот седьмой не грейджен. Где он? Где-то должен был переселение слить. А вот не летит. А туда явно не хватает на Мунра. Может тут после звездной базы что-то подвинулось. Вот сейчас вот видно, что вот мы. Все больше, ну типа нуждается. Ну, размеры растут в длину, как бы это. А прикрывать Esquire, Tetris надо, тут Diablo, тут Кубал стоит. Кадат, на Кадате, понятно, один мы переформатировали этих.